Рассада морозника восточного Double Light Rose лучше всего растет на участках с частичным освещением. Идеальное место – в тени деревьев и кустарников. При выращивании на солнечных участках растение нуждается в регулярном поливе. Культура очень эффектная. Цветет весной, в апреле месяце. Цветочки крупные и издали напоминают лотос. Окрашены бутоны в насыщенный розово-сиреневый оттенок. По центру лепестка может сохраняться светлая полоса. Серединка морозника восточного Double Light Rose усеяна желтыми тычинками. Морозник восточный Double Light Rose – это травянистый высотой 70-90 см. Цветет растение в месяц апрель. Окраска цветка розовая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.